Давай-ка обсудим дела. Еще что ли одно выпить? Было бы неплохо завести тут живую музыку. Ох, что ж так подкрадываешься? Какой все-таки забористый май-тай у старика Купера. Ты ведь сюда не со мной поболтать заходишь. Донни Вермиллион, UNN, ваш первый, единственный и последний оплот правды. Сегодня наш корреспондент Кейт Локвелл приоткроет завесу тайны на двойной между отважными призраками и безжалостным невидимым противником. Спасибо, Донни. Сейчас рядом со мной находится главный доминионской программы. Насколько нам известно, вы и ваши ведете за группой. Расскажите об этом подробнее. Кейт, некоторые данные я раскрыть не могу, но в целом ситуация такова. Его не уйдут от... Их произойдет он. Я думаю, что граждане Доминиона могут спать спокойно. Ведь служба безопасности всегда стоит на страже их покоя. С вами был Донни Вермиллион, специально для UNN. Слышал о парне по имени Габриэль Тош? Только слухи. Говорят, он участвовал в секретной программе по подготовке призраков особого назначения. А потом вроде как съехал с темы и ударился в бега. Я бы с этим Тошем держал ухо востро. Зазеваешься и привет. На тот свет. Я уже сталкивался с беглыми призраками. Главное, чтобы они не работали на Менгске. Выйти, что ли, на улицу, прогуляться? А, черт. Вот и наш бравый командир. А мы с тобой хорошо сработались. Что ты здесь делаешь, Тош? Ты получил, что хотел? Или у тебя есть другие предложения? Да, есть одна работенка на Белшире. Как раз для нас с тобой. Интересует? Может быть. Хотя что мне до этого? Пиратство не мой профиль. Всякий знает, что Рейнера хлебом не корми и дай подложить Менгску свинью. А я могу помочь тебе в этом. Помочь, как никто другой. Что ж, я подумаю. Считай, что ты получил временную прописку на Гиперионе. Поговорим позже. Вы, наверное, хотите поговорить с нашим гостем. Возможно, у вас даже есть желание попросить его с мостика. Теперь у нас на корабле еще и пираты. Качинский, произведи опись ценного имущества. А, нравятся мне все эти огоньки.
Да? То есть, нет. В общем, ну... Из чистого любопытства я провела исследование минералов с Редстоуна. Думаю, вам будет интересно узнать, что я нашла следы Джория, редкого минерала с уникальными свойствами. Я весь внимание, док. О каких свойствах речь? Джори резонирует на частоте определенных мозговых волн. В теории его можно было бы использовать для стимуляции мыслительной активности. Или даже для развития у людей псионных способностей. Интересно, на кой черт Тошу понадобился Джори? Вот и наш бравый командир. Что ты здесь делай? Да. Может? Сядь. Что ж. Я получил донесение об операции Доминиона по вывозу ресурсов Старсониса. Несколько поездов и минимальная охрана. Если мы перехватим составы и экспроприируем груз, то сможем неплохо заработать. Протосы добывают на Белшире редкий газ, который они называют дыханием жизни. Они считают, что этот газ им дарован богами. Мы называем его тирозином. Если знать покупателей, этот газ можно толкнуть за целое состояние. Конечно, протосы перережут нам глотки за посягательство на свою святыню. Но, по крайней мере, попытаются. Джим, Майнхоф уже давно служит перевалочным пунктом для беженцев со всего сектора. Но в лагерях собралось слишком много людей, и на планете вспыхнула неизвестная эпидемия. Прошу вас, помогите моим людям. Нужно сделать что-нибудь, пока не поздно. Что тут у вас, док? Согласно нашим данным, лагеря беженцев охватила некая форма эпидемии. Даже здание подвержено заражению. Знакомая история. Это вирус зергов. Вылечить его нельзя. Можно только выжечь. Все зараженные здания придется уничтожить. Но куда же делись все люди? О, нет. Эти... Существа, зараженные беженцы? Это хуже любого кошмара. Да, совсем нехорошо. Похоже, днем они зарываются в землю, а ночью выходят на поверхность. Должно быть, вирус сделал их уязвимыми к ультрафиолетовому излучению звезды Майнхофа. Значит, днем мы будем уничтожать зараженные здания, а ночью оборонять базу. Не волнуйтесь, док.
Мы остановим эпидемию. ФСМ готов. Нужно любой ценой защитить лагерь от заразы. Выставьте охрану и принимайтесь за постройку бункеров. Смотрю, ты запал на эту докторшу, Джимми. Иначе на кой нам сдались эти чертовы фермеры? ФСМ готов. Что стряслось? А? Ну да, конечно. ФСМ готов. Давай, удиви меня! ФСМ готов! Закат через 30 секунд. Понял. Кого спалить? ФСМ готов. Приказы будут? Я уже заждался. Задавим их интеллектом. ФСМ готов. Теперь надо продержаться до рассвета. Готовьтесь, будет жарко. Кого под... Давай, удиви меня, задавим их интеллектом. ФСМ готов. Я уже заждался. ФСМ готов. Ага, будет сделано. ФСМ готов. Кому навешать? Пристройка завершена. Пристройка завершена. ФСМ готов. Убейте меня, умоляю. ФСМ готов. А? Выкладывай. ФСМ готов. Смерть на пороге. ФСМ готов.
взрослому. КСМ готов. Я наладил производство гелионов, которых ты видел на Марсаре. Начинай строить, они тебе пригодятся. Режим готов. Меня на всех хватит. Кому убить? Давай, удиви меня! Кому на верность? Вооружён и опасен! Светает. Держитесь, осталось недолго. Вооружён и опасен! Хватит прохлаждаться! Я уже на... Кому навешать? Оставим их интеллектом! Что происходит? Проснитесь и пойте. Теперь наша очередь задать им жару. Конечно! Пристройка завершена. Что стряслось? Буди. Требуются дополнительные хранилища. Есть. За твой счет. КСМ готов. Доктора вызывали? Доктора вызывали?
Дадим им жару! Доктора вызывали? Бегом, марш! Кому навешать? Опишите характер недомогания. Расслабьтесь. Зададим им жару. Требуются дополнительные хранилища. Больше действия! Доктора вызывали? Доктора вызывали? Все по-взрослому. Закат через 30 секунд. Скоро они опять нападут. Зададим им жару! Сканеры обнаружили необычный вид зеркала.
Похоже, днем это существо прячется под землей, а ночью выходит на поверхность. Сэр, если вы убьете одно из этих существ, Стэтман сможет изучить его и узнать что-нибудь новое. Зададим им жару! Что происходит? Дадим им жару! Что скажешь, босс? Зададим им жару! Больше действия! Как всегда! О да! Обожаю запах паленой резины! Рассвет через 30 секунд. Вооружен и опасен! Кому наверх? Приказы будут? Задавим их интеллектом! Постарайтесь вернуться на базу до наступления темноты. А? Я уже заждался.
Давай, удиви меня! Жду не дождусь! Отлично! Ты готов? Звучит заманчиво. Смерть на пороге. Вперед! Приступим! И это все? Это что-то вроде гнезда. Нужно уничтожить его. Поселение чистое. Молодцы. Идем дальше. Смерть на пороге. Конечно! Месторождение минералов выработано. Обожаю запах паленой резины. Вперед! Учиться мало. Кажется, здесь чисто. Так держать. Мы можем остановить эпидемию. Завсегда! Месторождение минералов выработано. О, да! Приступим! Медаль в пол! Конечно! Поехали!
Мы можем остановить эпидемию. Очень заманчиво. Месторождение? Ага, я вляпался! Кому навешать? Будет сделано! Не вешать нож! Виспеновый гейзер истек. Зададим им жару! Закат через 30 секунд. И свете проклятого дня! Месторождение минералов выработано. Со всех сторон. Что это за существо? Оно раньше было человеком? Это поселение очищено, Джим. Двигайтесь дальше. Заманчиво. И это все? Как скажешь. Смерть на пороге. Ага, я вляпался. Больше действия. Как скажешь. Монстров стало гораздо меньше. Вы отлично поработали. Ага, я вляпался! Конечно!
Обожаю запах паленой резины. База атакована. Дави на газ. Как скажешь. Идаль пол. Конечно. Приказы будут. Я вляпался! Задавим их интеллектом! Что скажешь, босс? Что происходит? Свете проклятого дня! Что происходит? Да, да. Рассвет через 30 секунд. Ты готов? Больше действия! Кому? Давай, удивимся! Чего тебе? Разумно. Не вопрос. О да, черт бы меня побрал. Теперь наша очередь убивать. Приступим! Вооружен и опасен! Не вешай нож, головорезы! Разумно! Вот да! Нет ничего проще! Принято! Ладно. Уже в пути? А как же? Приступим. И это все. Задавим их интеллектом. Дави на газ! Конечно! Приступим! Давай, удиви меня! Окей! Ага! Я вляпался! Вперед! Посылай снежки для трупов. Приказы будут! Слушаю. Я первый, я первый. Не вопрос. А как же? До приказа. Приказы будут? Ага, я вляпался. Так точно! Больше действия! Педаль в пол! Не вешай нож, головорезы! Отлично, парни! Отлично, парни! Поселение зачищено!
Приступим. Почти все. Сканеры показывают незначительное количество биосигналов зергов. Я отмечу их расположение на карте. Не вопрос. Приказы будут? Все понятно. Что скажешь, босс? Вы справились. Я знала, что вы нас не подведете. Теперь нужно найти убежище для моих людей. Это будет непросто, дорогая. Весь сектор кишит зергами. Должно же где-то быть место, не тронутое пришельцами. Райский уголок, готовый приютить нас. Спасибо за то, что остаетесь с нами. Кейт Локвилл находится на корабле беженцев Skinner 2 на орбите Майнхофа. Донни, беженцы понесли неисчислимые потери. Они грузятся на корабли и отправляются к центральным мирам, ища спасения. Многие из них не долетят. Людям отчаянно не хватает пищи, воды и надежды. Кейт, мы обсудим спасательную операцию Доминиона в отдельном выпуске. Среди беженцев ходят разговоры о спасении, но в основном они возлагают надежды на полувоенные группировки и отряды повстанцев, такие как рейдеры Рейна. Отличный репортаж, Кейт. Это был прямой эфир с корабля беженцев на орбите Майнхофа, планеты с нетерпением ждущей возвращения Доминиона. Далее в программе «Вермиллион комментариев». Обсуждение темы «Беженцы. Наша ли это проблема?» Ты само милосердие, Донни. Как тебе, доктор Хэнсон? Просто куколка. Сладкая, как мед. По крайней мере, хочет такой казаться. Думаешь, она что-то скрывает? А ты не задумывался, почему зерги так набросились на ее колонию? Им от нее что-то надо. Ложечку меда, не иначе. Маленькие пчелки. Давай-ка обсудим дела. По стаканчику, сэр. Не угостишь даму? Зерги здорово запарили этих поселенцев. Как обычно. Как оно, друг? Все в норме, командир. Я же его на Марсаре оставил. Как это... Тайкус, все никак не угомонишься? Excuse me
But when it came to making love, I learned my ABCs between excuse me for scribbling. I can barely write my name. Даже не думал, что когда-нибудь вернусь на Майнхоф. Сколько наших надорвалось на этих карьерах. Килмарийцы выжимали из нас все соки. Тогда мы подняли восстание. Это не могло больше продолжаться. Понимаю. Иногда нужно показать, что с тобой должны считаться. Не знаю. За нами правда. За ними винтовки Гаусса и боевые роботы. Ребята гибли ни за что. Если бы ты тогда не появился... Твои люди заплатили за свободу собственной кровью. А мы с Мэттом, мы были рады Сэр, почитайте отчеты на консоли исследований. Вас наверняка заинтересуют некоторые разработки. Выйти, что ли, на улицу, прогуляться? Ну что, Ариэль, вы уже нашли подходящую планету для своих людей? Да. Она называется Гавань и пока никем не занята. Правда, она находится на границе протосского сектора, но кажется вполне безопасной. То, что нужно. Вашим людям не помешает на некоторое время залечь на дно. А вам не приходило в голову, что колонисты могут быть заражены? Как вы можете даже предполагать такое? Все абсолютно здоровы. Очень надеюсь на это, Ариэль. Если возникнет угроза эпидемии, протосы не станут церемониться. На всякий случай подумайте о разработке вакцины против вируса зергов. Традиционная медицина здесь бессильна. Вирус слишком быстро мутирует. Но я посмотрю, что можно сделать. Сделайте то, что вам под силу. Это все, о чем я вас прошу. Керриган научилась новым фокусам. Эта эпидемия на Майнхофе оказалась очень заразной.
Это самое страшное, что может случиться. Личность гибнет, и человек превращается в безмозглую тварь. Если хоть один из колонистов, переселившихся на гавань, заражен... Знаю. Протосы не заставят себя долго ждать. И все же я надеюсь на нашу давнюю дружбу. Если протосы прилетят на гавань, я попробую поговорить с ними. Я работаю над вакциной от вируса зергов. И все-таки надеюсь, что моим людям она не понадобится. Я получил донесение об операции Доминиона по вывозу ресурсов Старсониса. Несколько поездов и минимальная охрана. Если мы перехватим составы и экспроприируем груз, то сможем неплохо заработать. Протосы добывают на Белшире редкий газ, который они называют дыханием жизни. Они считают, что этот газ им дарован богами. Мы называем его тирозином. Если знать покупателей, этот газ можно толкнуть за целое состояние. Конечно, протосы перережут нам глотки за посягательство на свою святыню, но, по крайней мере, попытаются.